после Олимпиады будет все сейчас. Камеры еще есть у кого? Да, адекватные. Ты красавчик, да. Вот это да. Я тебя дышаться. Ну вот это же интересно, что он дышать не может. Да, да. Я могу. Лаурбек, насколько сильно устал? Ну, не так сильно устал. Была напряженная схватка. Я обожаю своего соперника. Очень хороший, опытный, сильный. Настраивался как на войну, на последнюю схватку. Выкладывался как мог и с Божьей помощью выиграл. Если бы у тебя Инстаграм не хакнули бы. Инстаграм не самое главное. Я особо не публиковал там часто. Но тебе есть с чем сравнивать. В прошлом году ты также стал чемпионом мира. Эмоции похожи? Ну, в прошлом году это как было первый раз. Я очень сильно радовался тогда. Я даже ночью лег, уснул и где-то в 4 часа просыпаюсь. И думаю, неужели это целый поезд свой еще? Я смотрю на рядом, я сразу успокоился. Теперь два пояса рядом будет? Да. Ну, я уже о них забыл. Надо двигаться вперед с Божьей помощью. После вчерашней схватки с Борозом, которая была как под копирку, как прошлогодняя, не было ощущения, что вот все сейчас пойдет вот как надо, что будут двукратные? Ну, конечно. Вчера уже, когда Бороза выиграл, номер пришел и думал, завтра одна схватка, всего лишь одна, настроюсь, все отдам, чтобы взять этот пояс. А из этого схватка. А Чемиза тоже не подарок? Чемиза, конечно, не подарок. Я обожаю всех своих соперников. Он очень опытный, хороший спортсмен. У вас личный счет 3-1 теперь стал, правильно? Или... Да, кажется. Нет, подумай точно, скажи, потому что... Датабаза UAV страдает, но 3-1 в свою пользу, правильно? Когда проигрывали 2-1, что метнул? Не, ничего у меня. Не было России? Нет, волнений не бывает, ничего. Просто борюсь дальше своей борьбой. Стараюсь не увлекаться никуда, чтобы так. Стараюсь слышать только своих тренеров. И все, и делаю свое дело. До финала тебя Арсен Сулейманович Фадзаев не секундировал, а в финале вышел секундировать. Да. Почему? Вот, потому что он снимал мои схватки. Освещал, да? А так кто-то, он оставил кому-то телефон? То есть там все смотрели? Нет, он никому не доверил, он сам себе. А нет, я имею в виду на финал. На финал, на финал он все, он сказал, на этот раз я выйду. И... Как в прошлом году мы сделаем это. В этой связи, интересно просто, я не помню, кому первому ты прыгнул в объятия, Арсену Сулеймановичу или Дзамбоку? А, даже не помню, это как традиция у меня пошла. Это, конечно, эмоции я не могу скрывать после таких побед хороших. Когда напорная борьба бывает, равная схватка, вырываю победы и, конечно, эмоции не могу скрывать. Кто твой самый главный болельщик, скажи? Ох, у меня очень много болельщиков, спасибо им большое. За то, что они рядом, поддерживают меня, болеют за меня. Всем огромное спасибо. Я бы эту победу хотел посвятить теракту в 2004 году, который погибли в 2004 году в теракте в Беслане. Хочу это посвятить, потому что я сам в Беслане тренировался, оттуда вышел. И недавно еще, когда травмные дни были, мы все переживали, смотрели. И я вот тогда уже сказал себе, я это сделаю и посвящу именно, посвятую вот именно эту победу. Ровно год назад в Одинцово после чемпионата России я задал вопрос Хати Пацабулову, твои главные соперники, на что он мне сказал, они уже не мои, я их передаю за Урбеку Седяку, теперь они уже не твои, кому их передашь? Джордан Бороз, Франк Тёрис. А на это пока ничего не могу ответить, потому что все от Бога идет, от Всевышнего, он нам помогает. Я не могу сказать, кому я это передаю, я бы никому не хотел их отдавать, но дальше мне надо еще больше усерднее тренироваться. Режим, все это я люблю делать, так что с Божьей помощью у меня все получится. Впереди Токио. Да, мы слышали, что тренеры пообещали те, кто два раза подряд выиграет на Олимпиаде. О дальнейшем я ничего не могу и не люблю рассказывать. Я люблю свое дело делать. Вовремя. Сегодня я живу, сегодня я делаю и все. Ну, праздновать-то ты планируешь? Ну, сегодня можно до утра с друзьями посидеть, с Баевым.
Да, конечно, у нас есть. Рашидов колу хотел, Заур. Рашидов хотел колу, а ты? А у нас есть холодильники уже. Так что мы гости хорошо принимаем. До чемпионата не пил колу? Нет, я пока воду. Ну, как не пил. У меня нет такого, чтобы я вот перед соревнованиями что-то хочу, и я вот это не сделаю, тогда я нервничаю. Я все делаю, там могу гамбургер покушать, потому что я вес не гоняю. Позавчера я и колу чуть-чуть выпил, потому что я сильно хотел. Я себе ни в чем не отказываю, просто я очень сильно держу вот эти режим, как бы вовремя уснуть, вовремя проснуться на зарядку. Чем бургеры и колу. Да, на зарядку не опоздать. А так, хочу, чтобы все наши подростковые поколения занимались спортом. Никаких этих спиртных напитков, чтобы не было. Я хочу, чтобы у нас Россия одна, и чтобы она была сильная. И чтобы также с каждым годом у нас было все больше чемпионов. Захотел бургер, съел. Захотел чемпионат мира выиграть, выиграл. Ну, что еще хочешь? Самое большее хотел чемпионат мира выиграть. Спасибо вам большое.